Вроде никого. Ага. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Хм. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так. Рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Дина, свежая кровь. Я готова. Да. Колотится. И у меня.
отправиться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела два, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... Это убивали моих друзей. За нами ренится вся Арава. Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Посмотрим. Он был хуже всех. Ты больной? По крайней мере, он хоть иногда готовил что-то, кроме бури. Меня от них уже тошнит. Знаешь, сколько раз я его жратвой травил? Вот и пришлось рыбачить. Алан! Засада, засада! Рассыпаться, прочесать местность. Мы не одни. Еще остались? Вроде нет. Хорошо. Черт. Кого-нибудь узнаешь? Нет. О, эта зона просто огромная. Да, большая. Как думаешь, псы рассредоточены по всей зоне? Надеюсь, нет. Вроде нам сюда. Зачем тебе? Там такая вонь стоит. Тебя сразу наизнанку вывернут. Ну, это хорошая вонь. Но вам это не может выслужиться перед Айзеком. Но он такое заставляет с ними делать. Когда они начинают кричать, это тяжело. А, переживу. Ладно, тогда я тебя порекомендую. Спасибо тебе. Только дам тебе один совет. Какой? Расколол гада, и все, хватит с него. Не увлекайся. Это смотря кто попадется.
Правда ведь? А? Вроде что-то было. Пойду гляну. Там бегу. Сберегись, дорогой! Ну вот. Мы по другую сторону блокпоста. Что дальше? Эй, Дина. Ага. Давай руку. Смотри, круглое здание. Похоже на телестанцию с карты. Да. Идем. Я не знаю, как бы справилась тут без тебя. Надо же. Замолкни. Я бы ни за что тебя одну не отпустила. Я тоже рада, что пошла. Вот черт! Что это было? Он попал в ловушку. Во что? Взрывные ловушки. Смотри под ноги. Yeah.
Так. Надо вот здесь спуститься. Чёрт! Элли! Срань! Я в порядке! Давай! О, жопа болит. А это Лия. Вдруг ее там уже не будет? Я не хочу сейчас об этом думать. Надо бы такие растяжки расставить вокруг Джексона. Хорошее средство против Орды. Да, это мысль. Хотя могут и люди случайно напороться. А мы знаки поставим с предупреждением. Не все же умеют читать. Мы их нарисуем, типа нога задевает провод, и потом большая вспышка. Я могу такие смастерить. Ты мне нравишься. Напиши мне расписку. Я знала одного парня, друга Джоэла. Он заминировал целый город. И как люди там ходили? Он там один жил. Погоди, один житель на весь город? Он не доверял людям. Печально. Зато выжил. Ну, никто же не заставляет тебя выбирать. Либо жизнь, либо общение. Зачем бросаться в крайности? Но ведь это и правда риск. Одному жить еще рискованнее. А вдруг поранишься? Вдруг заболеешь? А если кто другой поранится или заболеет? Тебе нужна лишняя обуза? И так жить тяжело, а тут еще ходи за ним. Да, с этим не поспоришь. Эй, смотри. Как думаешь, кто это? Кто-то, чью любовь мы должны ощутить. Как думаешь, она связана с псами? Не знаю. Какая-то дикая хрень. Твою мать. Их расстреляли. Смотри. Лошадь Томми. Зараженные ее изрядно погрызли. Все в порядке? Да, прости, просто такая вонь. Ладно. Должно быть, он ушел пешком. Ты можешь идти? Да, конечно. Пойдем. Тут как будто ураган прошелся. В Бостоне ведь не так было? В Бостоне не было гражданской войны.
Цикады не оказывали такого сопротивления. Видишь телестанцию? Да, она там, на холме. И тут трупы. Тут тоже трупы. Томми здесь точно проходил. Наверняка он прошел там. Прочное заграждение. Так, ну, тут не пройти. Растяжка. Черт. Спасибо. Они тут везде. Они для зараженных. Все равно. Один неверный шаг. Да. Надо смотреть в оба. Плотно они тут ловушек наставили. Я думаю, сами-то они сюда редко заглядывают. И на том спасибо. Опять она. Умно. Работает. Ага. Джоэл так делал. Думаешь, они услышали? Это было громко. Будь начеку. Стой там. Лестница заминирована. Получится взорвать? Не здесь же. Мы и так привлекли к себе внимание. Может, Лия сама к нам придет? Да. А может, они уже ждут нас в засаде. Надо туда попасть. Вот она. Тихо.
вроде никого. Не верю. Ты видишь вход? Пока нет. Может, туда залезть? Томми сделал. Давай, заходим. Блин, осторожней. Твою. Это точно не Томми. Кто это сделал? Не знаю. Но это послание. Это случилось только что. Думаешь, они еще здесь? Надеюсь, нет. Но будь осторожна. Опять это граффити. Кто они такие? Кто-то, кому тоже досталось от Вов. Но они реально больные. Идем. Черт. Там еще один труп. Мне не по себе. Мы тут у всех на виду. Нужно все тут обыскать. Я хочу найти Лию. Только осторожней. Смотри под ноги.
Слышишь? Что это? Это она. Лия. Точно? Да. Похоже, Вселенная очень хотела ее смерти. У нее ничего нет. Шестой, это второй. Как слышно? Шестой, ответьте. Прием. Дина. Вот они. Нет, погоди. Это рядом с Джексоном. Посмотри на их улыбки. Это она. Именно она убила его. Трое готовы, так? Трое готовы. Шестой, это второй, прием. Отряд поддержки Индия в пути. Повторяю, отряд Черт. Поддержки Индия в пути. Ага, пора валить. Ну, она мертва. Ты расстроилась? Мы не смогли ее допросить. Да. Но она не трогала Джоэла. Допрос с пристрастием она не заслужила. Она знала, что они идут его пытать. Мне плевать, что она стояла рядом. Понимаю. Давай поищем укромное место. Переберем ее вещи. Давай. Пойдем дальше в сторону центра. Найдем там какой-нибудь дом.